Всем привет! Представляем стабилизатор RUSELF SRW26000L. Это релейная модель, предназначенная для однофазной сети. Выравнивает напряжение в пределах от 130 до 270 вольт. Мгновенная реакция на перепады напряжения помогает избежать поломки бытовых приборов. Стабилизатор рассчитан на общую нагрузку до 5 кВт. В течение короткого времени может выдерживать значительные нагрузки. Функция байпаса позволяет при необходимости пустить электроснабжение в обход прибора. Встроенный вентилятор обеспечивает более комфортные условия работы. Устройство крепится на стену. В комплекте идут монтажные элементы. Для контроля за показаниями и режимом работы предусмотрен ЖК-дисплей. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.